К 2 годам и 2 месяцам колонию общего режима приговорили 24-летнего красноярца за экстремизм. Молодой человек решил примкнуть к группировке «Исламское государство». В мае он решил использовать свои боевые навыки на стороне террористов. Молодой человек умеет стрелять и знает тактику ведения боя. Задержали красноярца в аэропорту в столице. Чтобы туда улететь, ему даже пришлось продать машину. В апреле 2015 года указанный гражданин под воздействием лиц, пропагандировавших идеи радикального ислама и осуществлявших вербовку в незаконные вооруженные формирования на территории иностранных государств, принял решение об отъезде в Сирийскую Арабскую Республику для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов.